Kastri Angate Kalapadam Ritabena Gita Sanmahita Charja Charitatna Chale Trilokyam Trilokya Sauhagamidam Chanirikshrupam Yadgod Tijodramamiga Pulakan Nabibram Kastri Angate Kalapadam Ritabena Gitam Sanmahita charja charitatna chale trilokyam trilokya sauhagamidam chanirikshrupam yad godrijodrumamiga pulakanya vibhran. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Джагадгуру сказал, те, кто вовлечены в созерцание материальных вещей, Шрила Прабхупад сказал, те, кто вовлечены в наслаждение, они наслажденцы бхоги. Для того, чтобы избавиться от этого настроения, от желания наслаждаться всем окружающим, нет другого пути, кроме как служения лотосным стопам Шри Гуру. Нет другого выбора, выхода. It's not good to become a servant of our fanciful desire. Быть слугой своих желаний не есть хорошо, потому что из-за этого возникают различные страдания в нашей жизни. Возникает много, мы получаем много опыта, боли, страданий лишь по этой причине, потому что мы слуги нашего беспокойного ума. Внутри нашего, в уме полно материальных желаний, и мы хотим, и мы слуги этого ума, этих желаний. Мы служим им, служим, но по сей день они не удовлетворены, эти желания бесконечные. Мы под влиянием наших врагов, камы, кротхи, лобхи, мохи, мацарии. Поэтому мы и вовлечены в материальный даршан. Поэтому мы не можем воспевать чистый харинам. Это единственная причина, почему мы не можем повторять чистое святое имя. Потому что до тех пор, пока наш ум не стал чинмой, пока он материален, в материальном положении, состоянии, невозможно повторять чистое святое имя. Когда же ум станет чистым, чинмой, когда мы осознаем нам и нами, Харинам Прабху и Хари, Господь Шри Хари не отличны. Пока мы не почувствуем, не поймем, что они не отличны, пока полная вера в моем сердце не возникнет, до этого момента у меня будет много проблем в моем повторении Харинам. Я не смогу должным образом повторять Святое Имя. Харинам Прабху не прольет на меня имя, милость. Если мы будем
повторять Махамантру, от всего сердца взывая к Прабху, автоматически Он прольет милость на нас. Харинам Прабху, самый милостивый, самый добрый. Когда Он прольет свою милость на нас, все препятствия на пути нашего баджана автоматически испарятся. Очень легко. И в этом случае мы сможем повторять чистое святое имя. И в один из дней, рано или поздно, мы поймем свою сварупу и сможем совершать вечное служение. Внешним грубым телом и на тонком плане, в своем тонком теле. Я уже говорил об этом. Таким образом, у нас появится возможность совершать служение, трансцендентное служение. Поэтому я начал с шлоки. Я хочу коснуться того, что говорил Вриндаван Дас Махашая. Наратан Дас Такур написал много бхаджанов, киртанов. В чем таинство? На самом деле, Шрила Наратан Дас Такур говорит одно и то же. То же, что и Вриндаван Дас Такур. Что Нитянанда, Баладау Санкаршан Прабху не отличное от Кришны. Сваямруп Бхагаван означает тот, кто сам указывает на Верховную Личность Господа. Все аватары нисходят с Него. Он независим. И я могу сказать, что Гауранга Махапрабху также изначальная Личность Господа. В начале Баладев Санкаршан. Это первые экспансии появляются. Слабые не могут совершать должным образом Харибаджан. Они не смогут встретиться с Верховным Господом. Они не могут получить вечное служение. И что же такое слабость? Что означает слабый? Говорится, тот, у кого нет достаточной чит-бхавы, чит-баллы, простите. Когда я говорил об Аджамиле, я объяснял это. Аджамил был замечательным человеком, но проблема была в том, что у него не было достаточно читбалы, то есть не было защиты, которая могла бы защитить его баджан. Поэтому Гаудия баджан означает, мы постоянно должны плакать. Гаудия баджан — это вечный плач под руководством Шримати Радхарани. Смешанные процессы, сахаджи, то есть процесс сахаджи не разрешен, запрещен абсолютно. Если у нас достаточно чит, если нет достаточного читбал, мы не сможем ничего понять и не сможем должным образом совершать харибаджан. Таким образом,
постоянно необходима Гуру Сева и Вайшнава Сева. Мы должны постоянно находиться в зависимости от Гуру и Вайшнавов для того, чтобы обрести больше и больше силы, чтобы наш баджан стал стабильным, чтобы наш беспокойный ум... То есть, когда ум беспокоен, это очень плохо. Мы не можем совершать баджан из-за него. Баладжи Махарадж Нитянанда — это Акар Гуру Татва, то есть источник всех Гуру Татв. И если я хочу обрести Радху и Кришну, Бхагавана, служение им, без служения Шри Гуру это невозможно. Нужно отбросить это желание. Вриндаван Дас Такур говорит в Чайтанья Бхагавате. По милости Нитянанды, если Нитянанда Прабху удовлетворен, в этом случае мы можем обрести Кришна Бхакти. Гуранга Махапрабху открыто говорит об этом много-много раз. Те, у кого есть любовные взаимоотношения с Радхарани, у кого есть вера в Нитянанда, он обретет все. Вриндаван Дас Такур Махашай говорит, что вы должны точно знать, что Нитянанда Пурна Шакти обладает полной энергией Бхагавана, то есть воплощение энергии Бхагавана. Это первая экспансия и в то же самое время. Почему Вриндаван Дас Такур Махашай говорит, что Нитянанда Кришнер Пурна Шакти? Потому что... То есть Нитянанда — это не Шакти Татва, это первая экспансия, да, но в соответствии с Ведантой Шакти и Шакти Маторабет. Что я хочу этим сказать, что Вриндаван Дас Такур подразумевает следующее. Нитянанда, Шакти, Джанава Такурани — это Ананга Манджари, которая не отлична от Нитянанды, его Пурна Шакти. И если вы не обретете милость Нитянанды, вы не сможете обрести Бхакти. Вриндаван Дас Такур Махашая говорит, Бхагавата Раса, Нитянанда Мурти. То есть Бхагавата Раса не сходит от Нитянанды. Как я часто повторяю, объяснял много раз, что тут говорится, Харикиртан не зашел сюда в форме Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупада. Он Шабда Рупа Аватара. На день ухода явления Шрила Прабхупады я объясню это сейчас, нет времени. Это очень глубокое объяснение. Прабхупад нисходит в форме Харикатхи. Когда Горакатха и Харикатха приходят в форме Прабхупады, мы не можем осознать Шабда Брахман. И, честно говоря, вся наша Гуру Варга, которые обрели полную крипу Прабхупады, полную милость Прабхупады, я не буду их перечислять, я думаю, что все вы понимаете, вы так много слушаете Харикатху. Те, кто обрели полную милость Прабхупады, те, кто хотели
вы исполнит желание Прабхупада. Его ниджа-джан, его личные спутники, все они обладают своими инкарнациями в форме звука. То есть Хари Киртан Мурти, например, Бхакти Праган Кешава Госвами Махарадж, это Хари Киртан Мурти, Шипад Бхакти, Шипад Бхакти Шакшидар Госвами Махарадж, также все они Хари Киртан Мурти Госвами Махарадж, Шила Бхакти Пранат Пури Госвами Махарадж, все они Хари Киртан Мурти. Если вы увидите их, предстанете перед ними, вы обретете апракрита упадеш, то есть трансцендентное наставление. И таким образом они являются этими инкарнациями. Если бы Верховный Господь не зашел сюда в... Если сам Господь не зашел сюда в форме звука, то почему гуру и вайшнавы не могут стать, принять такую форму харикат аватару? Такой аватару. В Веданта-сутре говорится, что все чидатмы, бесконечные дживатмы, все они подобны маленьким частицам. В Веданта-сутре сказано «Гуннат алакбат». They are just like light parts, but ultimately you can come to. Они подобны частицам света. They are all sound particles. Но все они на самом деле частицы звука. Сейчас это сложно понять. Когда-нибудь я объясню подробнее. Это Парамприпад Кеша Госвами Махарадж также это об этом говорит. Завтра я объясню это в деталях. Если Бхагаван инкарнация звука, почему же это То есть звук — это тоже шакти-таттва, и свет — это тоже шакти-таттва. То есть шакти-таттва может прийти в различных формах. И свет, и звук — это шакти-таттва. И если говорится о дживе, что она является частицами света, то почему она не может стать частицами звука? Таким образом, нашей обязанностью является быть вовлеченными в служение Харикатхе и Шри Гуру и Вайшнавам. Мы должны постоянно служить им. Когда мы разовьем это мышление, тогда вы станете наполовину ситхой. А когда вы полностью взрастите это настроение, что без Харикатхи, без повторения, без киртана вы не сможете жить, вы просто умрете. В таком случае вы станете целым ситхой. Ситхой на 100%. Мадхавендра Парипад не мог жить без этого. Бхактивинод Такур, Прабхупад, Ишвара Парипад, все они не могли жить без обсуждения Лил Кришны. Сам Махапрабху говорит об этом. Сваруп Дамодара Рамананда. Вы хотите, чтобы отдохнуть? Вы хотите, чтобы я отдохнул? Я не могу отдыхать, пока вы... То есть, пока я говорю и пока я слушаю, это и есть настоящий отдых. То есть, для меня это настоящий отдых, когда я говорю Харикатхом.
И это стопроцентная правда, что наша атма, наш дух может принять, то есть получить абсолютный отдых в харикатхе, слушая харикатху. Но сейчас мы обусловлены кто-то на 90%, кто-то на 80%, кто-то полностью. Поэтому это непостижимо для нас сейчас понять это. Каковы же обязанности бхакты? Те, кто рагануга бхакты, для них даны особые наставления гурангой. Но кто заинтересован в этом, в этих секретных вещах, глубоких вещах, как в Бхагаватам сказано, вы уже знаете, я так думаю, что дживатма должна быть вовлечена в служение гуру Вайшнавам и Бхагавану. Любые усилия, которые вы совершаете, я говорю голую правду, и вам сложно это принять, вам, возможно, неприятно это принимать. Но что поделать, я не могу врать, потому что правда наполовину еще более опасна, чем ложь. Поэтому я вынужден говорить чистую правду. Все, что бы вы ни делали, даже ваш сон должен быть для удовлетворения, ради удовлетворения Гуру Вайшнава. Гуру Вайшнава говорят, вы должны быть осторожны, вы должны поддерживать свое здоровье должным образом. Я не хочу слышать, что вы болеете. Это говорит о том, что вы должны совершать служение здоровым. Им жаль, когда вы болеете. Если вы... Как попало, действуйте в соответствии с своими желаниями. Акхилы чешти там означает то, что не остается ничего, ни секунды. Абсолютно все вы задействуете в служении гуру и вайшнавам. Мы обрели это наставление от Шрилы Рупы Госвамипада. Почему вы не можете понять его? Татануги Джананги. Рагануга Бхакти доступна только во Вриндаване. Те, кто настоящие Рагануга Бхакти, настоящие Враджаваси, мы должны зависеть от них. Мы не должны действовать как попало в соответствии со своими желаниями. Абсолютно мы должны следовать им. Абсолютно. То есть до конца. Иначе мы не войдем, не сможем войти в Рагануга Бхакти. Но мы можем и говорить о сухой философии, о разных снехах и так далее. Мне стыдно даже говорить об этом, потому что я считаю, что до сих пор я не квалифицирован. Я стараюсь, но... Использовать служение Шри Кришне.
То есть вы должны применять, задействовать 24 часа в сутки в служении. Даже ваш сон также должен стать харибаджаном. Такое состояние когда оно появится в моем сердце? Когда придет ко мне такое состояние? Поэтому мы должны воспевать киртан Наротам Дас Такура и Бхактивинода Такура. Бхактивинода Такур плачет и говорит в своих киртанах для нас. Мы должны петь Сиддхи Лаласу. Постоянно мы должны петь под руководством Наротам Дас Такура, Бхактивинода Такура. Сиддхи Лаласа. Лаласа означает невероятное желание обрести эту стадию баджана. Не так, что для того, чтобы всем показать. Посмотрите, я Рупануга, Роганога, Бхакта. Как Гурупад Падма говорит, что это не вопрос показухи. Не нечто показное. Несколько дней назад я говорил о сандарбхах, о том, что сказано Дживой Госвами Падом. Татастешу нама рупа гуна парикарешу саммак спуритешу лилянам спуранам сушту бхавати ити абхипрето садхана крама пилихита. Джива Госвами Пад говорит, что это постепенный процесс описан. Прежде всего, нужно полагаться на эту шлоку, стать зависимой от нее. В противном случае вы никогда не сможете достигнуть успеха. Вриндаван Дас Такур Махашай говорит, что Нитьянанда Пурна Шакти. Вы можете начать спорить, что Нитьянанда — это не Шакти Татва. Но я уже привел доказательства из шастр, что Нитьянанда содержит в себе, обладает всей Пурна Шакти, всей энергией, всей Шакти. Нитьянанда — это воплощение Бхагавата Расы. Только Вриндаван Дас Такур может понять эту... Вриндаван Дас Такур говорит, что может только тот счастливый, тот, кто снискал абсолютную удачу, может понять то, о чем тут говорится. Не каждый может это понять. Вриндаван Дас Такур пишет с полным... То есть дает доказательство всему, что говорит. Он говорит, что то уникальное служение, которое описано в Бхагаватам, доступно лишь по милости Нитьянанды. Гаурахари — это объединенная инкарнация Радхарани и Шри Кришны.
Бхагаван говорит: «Гопи, я не могу отплатить вам». Кришна не может отплатить гопи. Для того, чтобы понять уникальность Браджа Бхаджана, нужно развиваться. Сейчас вы в детском саду. Не оставайтесь в детском саду, развивайтесь. Поднимайтесь выше и выше. Рагануга Бхакти доступна только во Вриндаване и нигде больше во всем этом мире. И Кришна не может отплатить им. Это очень важная шлока. Вчера, когда я говорил, что все правила и предписания, установленные в соответствии с ведами и упанишадами, все они могут стать бесполезными, станут бесполезными, когда вы начнете совершать Рагануга Бхакти. Рагануга Бхакти испытывают только беспокойство от этих правил и предписаний. Какие еще правила и предписания? Что, как мы можем с ними в соответствии служить? Все они применимы к целому миру. В противном случае не будет никакой правильной организации этого мира, если не следовать правильным предписаниям. Но в конце концов, Рагануга Бхакти, Рупануга Бхакти, к ним это неприменимо. Их мысли, чувства уже систематизированы, то есть они уже направлены на Кришну. Они испытывают глубочайшие чувства, которые не могут контролировать, и никто не может их контролировать. Как вчера я говорил, что Рукмини Деви, она пишет письмо Кришне. В Двараке она говорит Кришне, посылает письмо через Брахмана, говорит, что без тебя я умру. Я слышала о тебе от Нарады Махараджа. Я больше не могу контролировать себя. Я хочу бежать к тебе. Не мог бы ты прийти и принять меня? Жениться на мне? Так Рукминиджи говорит. Услышав о твоей красоте, твоих играх, Я обезумела. Не могу больше контролировать себя. Как бесстыдная, потерявшая стыд. Нет стыда. Я готова говорить о своих чувствах, о том, что в моем сердце. Прабхупад описывает эту шлоку. Как же мы прочувствуем настроение Браджа-гопики, если мы не поймем этого? Вот
Бесстыдно, я готова бежать к тебе. Не могу контролировать себя. Таково состояние. Сейчас постарайтесь понять настроение, чувства в Раджаваси. Их естественное влечение. Оно не искусственно, нет никакой искусственности. Когда я говорю об этом, то есть для них правила и предписания — это одно из препятствий. Это просто препятствие. Они просто нарушают их, все правила и предписания. Для них не остается никаких правил предписаний, они просто утопают, бросаются с головой в служение. Под руководством Радхарани мы можем совершать служение, если в конце концов мы достигнем успеха. Но в этом материальном мире социальная система, образовательная система. Все систематизировано, установлена система. Иначе невозможно было бы управлять всем этим миром. Кришна хочет содержать этот мир в системе, то есть в хорошем состоянии, поэтому он говорит, что я сам должен следовать этим правилам, предписаниям, этой системе четырех варн. Для того, чтобы установить правила предписания в обществе. Но это неприменимо во Вриндаване. Кришна говорит, что у меня нет ничего, чтобы отплатить тебе. Чтобы отплатить вам, вы можете сами взять, что вы хотите. Вы нарушили все правила и предписания общества. Почему вы это сделали? Это произошло автоматически. Потому что кто же может остановить Дживатму, когда она услышит, как Кришна играет на флейте? Поэтому я начал с этой шлоки. Никто не может остановиться, услышав звук флейты Кришны. Браджагопи мчатся туда. Все пытаются остановить их, говорят, куда ты бежишь? Но никто не может остановить. Потому что они слышат звук флейты Кришны. Этот замечательный звук, который зовет их. Они готовы нарушить все правила и обычаи общества. Они нарушают то, что невозможно нарушить. Обрубают то, что с чем невозможно проститься, то есть все родственные рамки и так далее. Говорить об этом очень легко, но попробуйте применить это в своей жизни и посмотрите на результаты этого. Те, кто не может стерпеть ни копейки потерянной, как они могут совершать Харибаджан, Рагануга Баджан? Это просто болтовня. Мы под опьянением коричневого сахара, героина и так далее, алкоголя. Это просто болтовня. То есть, ну, людей, которые говорят о Рагануга Баджане и заботятся о малейших материальных потерях. Кришна говорит, что мне невозможно, я не могу отплатить вам. И
когда они нарушают правила и предписания общества, не обращая внимания на критицизм в их адрес. То же самое я пытался объяснить вам вчера. Прабхупада Сарасвати Пад объясняет это. Не пытайтесь применить никакие правила и предписания по отношению к вам Шивадан Дас Бабаджи Махараджу, а также Гауру Кишор Дас Бабаджи Махараджу, а также Бхактинат Такуру Джаганнат Дас Бабаджи Махараджу. Они вовлечены в служение постоянно. Прабхупада действовал как ачарья, поэтому он приходил на арати. У него 24 часа в сутки в сердце арати проходит. Но вот тут Прабхупад приходил на арати для того, чтобы показать идеальный образец, пример. Чистый гуру и вайшнавы не приходят для того, чтобы посмотреть на арати, на самом деле. Арати в их сердце постоянно. И вот некоторые говорят, что вайшнавы не приходят, ну, то есть старшие преданные не приходят на арати, ачари, как сказать, вайшнавы не приходят на арати, мы вот встаем с утра, они не приходят. Это глупость, потому что у них 24 часа в сутки арати. Для них, естественно, все это в сердце. Когда они спят, они также совершают служение. Поэтому вы можете припомнить, что вчера я пытался объяснить вам одну шлоку. Сейчас Прабхупада Сарасвати Госвами Пад приводит ее для того, чтобы доказать этот момент. Очень важная шлока. Вы можете быть вовлечены, вам может быть интересно сияние Брама, но потом это станет для вас чем-то горьким. Тема Брамы, Брама-катха. Освобождение, мукти-катха. Я хочу слиться с Брамой, нам различные виды освобождения станут для вас горькими. Но это не произойдет до того момента, пока вы не встретитесь с чистыми гуру и вайшнавами. Тогда вам станет это неприятно, горьким. Но пока вы не встретитесь с чистыми преданными Гаурахари, с Рагануга Бхактами, вы не будете испытывать отвращение к этому, горечи. Вам будет это нравиться, вам будет это приятным. Но потом вы плевать будете на эти темы. Когда вы обретете крипу Гора Махаджанов, тех, чье сердце постоянно плавится от расы. Если вы достаточно удачливы, чтобы встретиться с таким преданным, с таким превосходным бхактой, тот, чье сердце постоянно полно расы, где происходит 24 часа в сутки харикатха. Я напомню вам. Не позволяйте вашему уму идти куда попало. Если вы позволите, вы потеряете все. Постарайтесь купить, обрести, приобрести. Читание Махапрабху являет эту лилу для того, чтобы... То есть он отправляется в Гаю, чтобы встретиться там с Ишварой Пурипадом. Это устроено самим Гаурангой.
В первом случае, что бы там вот именно в то время делал Ишвара Пурипат? Ему не нужно было тогда идти в то время, но Гауранга так устроил. Он туда отправился для того, чтобы предложить Вишну провести обряд по умершему отцу. Это просто лила. Махапрабху хотел от всего сердца говорить. То есть он говорит от всего сердца: мой приход в Гаядхам успешен, потому что я увидел твои стопы. Лишь только поэтому, говорит сам Верховный Господь, но мы настолько глупы, что не можем это осознать. В смысле, не можем осознать превосходство гуру и вайшнавов. Мы не можем понять, почему, когда они говорят то или иное, мы не можем их понять. Сам Махапрабху говорит, что я достиг успеха, придя сюда. Это стало успешным, мой приход стал успешным, потому что я встретился с тобой и увидел твои лотосные стопы, услышав харикатху из твоих лотосных уст. В обусловленном состоянии. Обусловленная душа не может этого понять, потому что бесконечное количество препятствий. Даже нет интереса встретиться с чистым преданным. Когда чистый преданный приходит в общество, все на него нападают, как духи. Все хотят его прогнать, чтобы он ушел. Мы не позволим чистым преданным жить в обществе, в нашем обществе. Потому что он говорит голую правду. Что говорил Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж? То, как он говорил, это не... То есть, как он говорил, что ты думаешь, я глупец, ты пришел сюда совершать харибаджан? То есть, он... Внешне он говорил очень смелыми словами, но... Ну да, то есть, Махарадж говорит, что я не могу даже использовать этот язык, потому что... Вот однажды Браджавасия во Вриндаване. Кто на самом деле Браджавасия? Если как бы очень жестко, смело говорят, значит Браджавасия, как Кришне говорят Браджавасии, как они с ним разговаривают, они разговаривают. Очень, используя То есть они говорят очень смело, и Кришна и Джаганнат, они смеются, потому что им приятно слышать, как ругаются в Раджавасе. Джаганнат, но вы не можете так говорить, это опасно. Когда Пундарик Видянитхи, сделал какой-то, ну, как-то стал осуждающий думать о пандах, то сам Джаганнат пришел, или Махапрабху пришли, и Джаганнат пришел, и наругали его, сказали, кто ты такой, чтобы так думать, и по щекам его били. Таким образом, это говорит о том, что мы не можем делать никакие подобные суждения. То есть они могут делать все, что угодно, жевать листья бетеля и так плевать и так далее, но для нас это невозможно. Джаганнат принимает все, что бы они ни сделали, все, что они делают. Такого состояния вещей. Таким образом, Махапрабху говорит, что мой приход в Гаю успешен только благодаря встрече с тобой. И вы также должны думать
Что вам еще надо? Что вам еще надо? Прийти в Дхаму и слушать Харикатху? Что еще вам нужно? Вы настолько успешны. Бхагаван даровал вам удачу. Вы живете в Святой Дхаме, можете созерцать Гангу. Тем не менее, вы все равно плачете. Почему вы плачете? Вы не можете испытывать счастье, то есть понять своего счастья. Что вам еще нужно? Пойти в ад? Читание Чаритамрити Махапрабху говорит... Попытайтесь обрести его, приобрести его. То есть, прежде всего, необходима цена этому какова? Это лаульям, желание, страстное желание обрести это общение. В таком случае. Пока я не увижу лотосные стопы такого саду, того саду, кто пребывает у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Макаранда, как пчелы, которые капля за каплей собирают мед, также наша Гуруварга летает вокруг лотосных стоп Господа, который подобен цветку лотоса. Нужно всегда помнить об этом. В этой шлоке говорится, что все они пчелы. Чтобы обрести, чтобы получить этот мед, капля за каплей, они летают вокруг лотосных стоп Господа. Когда вы сможете понять Рагануга Бхаву через Гуру и Вайшнавов, близких, дорогих спутников Шри Чайтаньи, если вы встретитесь с такими великими преданными, с теми, кто полон расы, тогда вы будете испытывать, они лишь беспокойство от правил и предписаний. Имеется в виду, что они станут препятствием на вашем пути. Потому что в Рагануга Бхаджане нет никаких ограничений. Кришна наш друг, размышляет в Раджавасе. Он наш Сакха. Наш герой. Kind of
То есть, когда вы начнете совершать истинный рагануга баджан, все правила и предписания станут для вас препятствием. Я знаю шастры. Правда? Ты знаешь, так спорят пандиты, которые на самом деле не пандиты. Спорят друг с другом о шастрах, о суждениях шастр. А мы хотим знать настроение Рагануга Бхакт, Рупануга Бхакт. Вриндаван Дас Махашая говорит, что в Бхагаватам то уникальное служение, которое совершает гопи Кришне, Нитянанда, то есть если у меня есть милость Нитянанды, то определенно я получу то, о чем говорится. Это служение. По милости Нитянанды невозможно это. То есть, пример, Кришнадас Кавираджа Госвами ночью во сне увидел, как Нитянанда пришел и поместил лотосные стопы на его голову. Сказал: «Ута, ута, Кришнадас, вставай, вставай. Отправляйся во Вриндаван, там ты получишь все, что, чего желаешь. Там ждет тебя твое служение». Рагунадас Гасай, когда он подошел к Нитянанде, Нитянанда сказал: «Ты настолько умен, что постоянно держишься от меня подальше. Но сейчас я достиг тебя, я пришел к тебе. И сейчас я накажу тебя». О, Прабу, что же за наказание ты хочешь? Как наказать ты меня хочешь? Ты должен организовать прасад, плющеный рис, чира, фрукты. Для всех преданных Арагунат был невероятно счастлив. О, такое наказание мне нравится. Итак, Нитянанда всегда в настроении, в шутливом настроении. Когда Шивананда пнул Нитянанда, только Нитянанда мог понять его настроение. Все плакали, его племянник, его жена плакали при виде этого. Они думали, племянник думал, что мой дядюшка, он настолько почитаемый человек, а Нитянанда его пнул. А Шивананда, он молится: «О, Прабу, я хочу обрести такой пинок, твой пинок, потому что так он проливает свою милость». То есть Нитянанда Прабу, он дарует Кришна прему своим пинком, говорит Шивананда Сена. То есть все да, эти шутки в Чайтанья Чаритамрите встречаются со всеми спутниками Господа Чайтанья.
Но причина в том, что по милости Нитянанды они обретают пир Кришнапремы, бесконечное количество Кришнапремы. Те, кто по-настоящему удачливы, обретут такую милость Нитянанды. Кришнадас Кавираж Госвами пишет полный энтузиазма. По милости их я обрету Вриндаван, место во Вриндаване. По их милости я обрету прибежище у стоп Рупы Санатаны. Это провозглашено, что я обрету служение Радхи и Кришне. Так вы постоянно должны помнить об этом, стараться понять это. Простая философия, сухая философия не даст вам должных плодов. Нужно понять, что баджан — это не повод для шуток, это что-то, это нечто серьезное. Кришнадас Кавираж Госвами говорит: сейчас я говорю о Наротам Дастакуре. Он пишет в своем киртане. Это тот же самый совет, то же самое наставление, которое дает Шрила Рупа Госвами Пад. Вы не должны пренебрегать своим баджаном. Если вы хотите достичь полной милости Гуру и Вайшнава, прежде всего нужно успокоить ум и тело, чтобы они стали устойчивыми. То же самое говорит Шрила Рупа Госвами Пад. Мы не можем позволить ни секунде быть потраченной впустую. Все нужно, абсолютно каждую секунду необходимо задействовать в служении Шри Кришне. Рупа Госвами Пад говорит, что ум и речь должны действовать параллельно, то есть они должны быть едиными. То есть они должны стать едиными. Вчера я говорил о медитации, что там есть три составляющие: объект медитации, процесс медитации. Тот, кто совершает медитацию, это три фактора, которые необходимы. Если все они едины, нет зигзага, нет прерывания
прямая линия, тогда медитация состоится. И медитация такого рода в этом мире практически невозможна. Какие-то выдающиеся риши ему не совершают, но это очень сложно. Но во Вриндаване не нужно сидеть и медитировать на Кришне в уединенном месте, потому что там Кришна повсюду. Куда бы Браджаваси ни взглянули, повсюду. И о чем бы они ни подумали, все это о Кришне. Они совершают медитацию с открытыми глазами. Как, возможно, вы когда-нибудь видели? Вы видели когда-нибудь, чтобы рыба моргала? Она постоянно с открытыми глазами. Она не моргает. Понимаете? То есть гопики постоянно пребывают в медитации. Что говорить о уединенном, о уединенной медитации с помощью пранаямы, совершать эту медитацию? Но если у вас проблемы со здоровьем, то вы можете прибегнуть к пранаяме и так далее 10 минут в день. Но те, кто вовлечены в санкиртану, как это совершает Махапрабху, они по-настоящему удачливы. И Наротам Дас Такур дает нам совет, что необходимо достигнуть спокойствия ума и тела. В противном случае беспокойство не оставит вас. Когда вы достигнете конечного шага в вашем баджане, это имеется в виду, когда вы придете к постоянной санкиртане, Садхнасмаран Лиле, это то, что говорит Наротам Дас Такур. Это наставление будет бесполезным, если мы не будем следовать правильному процессу. Я уже сказал все об этом процессе, что необходимо быть, нельзя совершать оскорбления. Нужно быть очень осторожным, внимательным по отношению к баджану и к тому, чтобы избегать оскорблений, чтобы держаться, то есть не потакать своим анартхам. Как только вы увидите все анартхи в своем сердце, когда они осветятся с помощью вашего баджана, имеется в виду, когда свет пройдет в ваше сердце, они станут очевидны. То есть они уйдут с помощью харибаджана. Когда кама уйдет и не будет никаких посторонних желаний, в таком случае вы можете обрести все на пути к бхаве, к преме. Вы получите усовершенствование. То есть, если приходит бхава. Когда приходит према бхакти, только тогда кама уходит. В противном случае нет. Баджан такого порядка невероятно рядок, по-настоящему рядок. Вся наша Гуруварга, Рупануга, Гуруварга. Несмотря на то, что я бесполезен, я
в моем сердце теплится надежда. То есть мы не безнадежны, у нас есть надежда. Мы постоянно должны хранить надежду в своем сердце, потому что моя Гуру Варга настолько велика, а не Рагануга Гуру Варга. Мы должны осознать наше нынешнее положение, свое плачевное положение, но тем не менее необходимо иметь твердую веру и понимание, что вся наша Гуру Варга — это Рупануга Гуру Варга, и таким образом с помощью их милости я смогу прогрессировать. Если Гуру Падма проверит, посмотрит на мои качества, на мои дела, он не даст мне дикшу, потому что я не квалифицирован. Единственная причина, по которой он наделяет меня дикшей, он проливает на меня беспричинную милость. Но даже эту беспричинную милость я могу просто оскорбительно игнорировать ее, не обращая, то есть не ценя. Рай Рамананда Самбад открывает очень таинственные темы, тайные темы, сокровенные темы. Махапрабху с помощью этого раскрывает нам Радха Бхаву, то, что за пределами нашего понимания. Какая искренность, какие усилия, как нужно подготовиться к тому, чтобы понять ее. Мы можем послушать Рай Рамананда Самбад, но это как бы не в том, то есть этого недостаточно, нужно подготовиться должным образом для этого, чтобы понять Рай Рамананда Самбад. Без того, чтобы без пыли с лотосных стоп Рупануга Гуру Варги, а в конце концов Радхарани. Эту шлоку я расскажу завтра. Для того, чтобы войти, то есть чтобы осознать от всего сердца, что сказано в Рай Рамананда Самбад, мы должны следовать всем правилам и предписаниям в полной степени, в полной мере. В противном случае наше обсуждение неполноценное. Мы не сможем понять, каково состояние Браджаваси. Невозможно понять их настроение, их положение, их чувства. Нараджа Госвами Махарадж говорит, что Удавджи Махарадж показывает превосходство славы Браджа Гопи. Он плачет и говорит: все мы ожидаем, что Шанкар, Риши Муни, то есть в конце концов он говорит, что я просто не квалифицирован. Он настолько смиренен, пытаясь обрести одну пылинку с лотосных стоп Гопи. Немного, всего лишь одну. Брахма жаждет обрести это, Шанкар жаждет. Все жаждут обрести эту пылинку, хотя бы единую пылинку с лотосных стоп. Рену,
означает одну пылинку. Это не множественное число, тут говорится о единственном числе. Смогу ли я обрести? Ее. Рупануга и Рагануга Бхакты естественным образом очень смиренны. Они заняты служением. Вы можете, если вы хотите показать свою гордость, свое высокомерие. Этим стихом Удава Махарадж хочет сказать следующее. Браджа-гопи. Невероятно удачливо. Обладает удачей высочайшего порядка. Кришна пребывает в сердце каждого в форме параматмы, сверхдуши. Но, наверное, в сердцах Браджавати пребывает постоянная бхава. Так что их ум и сердце направлено на служение Кришне. Муни Риши. Говорят, что я могу делать с жизнью такой длинной, как у Брамы? Что я буду делать с этой длинной жизнью? Какой смысл в ней? Когда мы слушаем Кришна-катху, если мы обретем величайшее влечение к Харикатхе, к Киртану. Так, вот сейчас вы не можете жить без воды, как рыба. Если ее вынуть из воды, она умрет. И когда такое состояние возникнет в вашей жизни, в вашем сердце, тогда вы должны понять, это очень хороший признак. Кто-то испытывает величайшую привязанность к Кришна-катхе. Они размышляют таким образом, что нам нечего делать с такой, что мы будем делать с этой длинной жизнью Брамы. Каков смысл в ней? Величайшее влечение к Харикатхе. Если вы испытываете такой прогресс, это говорит о том, что вы... Это очень хорошо. Те, кто взрастили величайшее влечение к Харикатхе, невероятно удачливо. Для того, чтобы взрастить вкус к Харикатхе, это очень большое достижение, невероятно сложное. И поэтому Удава Махарадж говорит, эту шлоку произносит. Кришна going to sit there as the, in the form of Paramatma.
в каждом сердце Кришна находится как Параматма. И этот же самый Кришна во Вриндаване. Нанда-нандана Кришна. И Бража-гопи говорят, в Брамарагите Радхарани говорит, Кришна ушел. Но мы не можем прекратить разговоры о нем. Возможно, Кришна ушел. Но мы не можем оставить Кришну Катху. Она защищает нас полностью. Поэтому, когда они поют Гопи-гиту, так они поют. Харикатха — это амрита, который в естественном состоянии человек испытывает огромное влечение. Когда вы этого достигнете, это очень хороший знак. Если вы обретете вкус Кришна-катхе, говорит о том, что Кришна сам непосредственно находится с вами. Потому что Кришна пребывает в Кришна-катхе. Когда есть Кришна-катха, Кришна рядом. Радхарани чувствует, что Кришна рядом с помощью Харикатхи. Потому что Кришна пребывает в Харикатхе. Вчера я не смог завершить. Вчера я говорил о том, что Радхарани и другие великие, ее великие сакхи. Сегодня только коснусь этой темы. Кришнадас Госвами Кавираж пишет в Чаритане Чаритамрите. Такое чувство должно прийти в сердце, что все социальные ограничения, правила, веда-дарма, все, что связано с кармой, с страстью, стеснением, с тем, что связано с телом, наслаждениями. Они все это они прерывают и нарушают. Кришнадас Госвами говорит, что все родственники критикуют, даже бьют, говорят плохие вещи. Тещи, мужья, они не обращают на это внимания. Они не обращают на внимание для того, чтобы совершать служение Шри Кришне. Только лишь их мысли устремлены на это. Читая Чаритамрите, говорится, что это есть истинная анурага. Сильная, стойкая нурага, колоссальная према. Обычные люди, материалисты, могут назвать это чем-то плохим, осудить это, говоря, что здесь нет никакого стандартов поведения. Как собаки они могут гавкать, но мы просто закрываем на них глаза. Кришнадас Кавираж Госвами говорит,
Это говорит Джагнанатха Пандит. Махапрабху говорит, это что абсолютно белое, молочно-белый цвет. То есть настолько чистые, как молоко. Рагануга Баджа настолько прекрасен. Махапрабху приводит пример, что если какая-то прекрасная девушка, прекрасная сверху донизу, от кончика ноготка на ноге, да, заканчивая голову, макушкой головы, полностью прекрасна. И если какое-то пятно лепры на ней, маленькое пятнышко лепры на ее теле, вся красота аннулируется. Такая прекрасная девушка, как полубогиня. Но одно пятнышко лепры, белое пятно лепры, все аннулируется, вся красота бесполезна. Махапрабху приводит этот пример. Или как белая ткань. Красивая белая ткань. Но если на ней пятно, или затяжка, может быть, то также она бесполезна. Поэтому нужно понять через эти примеры уникальность према бхакти. В Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кашгапати Госвами говорит. Мамекам Шаранам Шаранамбраджа, приведенная в Бхагавадгите, это говорится тут о Вишудха преме. Если мы применим этот стих, наверное, гопи, он воплощение, они воплощение этого стиха. Потому что нет ничего общего. То есть огромная, невероятная разница с камой и премой. Бесконечная разница. Нельзя даже сравнивать. Вся мораль, вся честность, идеализм. Если вы примените это Кришне, это ценно. В противном случае он бесполезно. Нужно, я должен объяснить, что есть Паракия Бхав. В противном случае много недоразумений может быть. На этот счет.
Паракия эксклюзивна. Мадхурья раса может быть разделена на свакию и паракию. И паракия доступна лишь во Вриндаване. Высший Махарадж перечислил представителей свакии. Свакии. Према, невероятно сияющая. Она Уджвала. Когда према расцветает, вначале. То есть бхава, према, когда пришло ваше сердце, сердце ваше начинает плавиться. И приходит асакти. Асакти Кришне. Вчера я коснулся этого момента. Есть 5 разных видов сахачари. Тех, кто слушает Радхарани. Мы можем разделить их на 5 подгрупп. Первое — это сакхи. Затем нитья сакхи. Затем прана сакхи. Прия сакхи. И последнее — парампрешта сакхи. Нужно понимать все эти подразделения. Среди них также есть различия. Если все это объяснять, 1-2 года это все займет. Вринда Кундалата, Даништа, Кусумика, Камада. Они любят Радхарани от всего сердца. Но есть какая-то частичность в этом. Это сакхи. Имеется в виду, что они обладают особой привязанностью и к Кришне. Но те, кто направлены лишь на Радхарани, зовутся нитья сакхи. Такие как Кастури Манджари, Мани Манджари. Все они нитья сакхи. Среди нитья сакхи. Есть очень важные, те, кто совершает важное служение, это прана-сакхи, такие как Туласи, она совершает очень сокровенное служение, Шашамуки, Мадумати, Ратнавали, Малати. Все это пранасаки. Среди вышеперечисленных саки, те, кто главную роль исполняет, это Туласи и так далее. Они почти равны Вриндадеве, Вриндаванешваре, Радхарани. Они почти едины с Радхарани по цвету, фигуре, телосложению, красоте. Малати Чандралатика,
Чандрика, прямо Маджари. Бесконечное количество приясак, саки. И среди них, тех, кто исполняет главную роль, зовутся Парампрештасаки. Они понимают, что в сердце Радхарани. Все саки понимают это. Но сказано, что Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата. В действительности Чампакалата в Гаура-лиле нашего Нанда-сиана. Все они Парампрештасаки. У них равная любовь к Радхе и Кришне. Тем не менее. То есть они выражают равное влечение, любовь к Радхе и Кришне. Тем не менее, они занимают сторону Радхарани, если какие-то у них ссоры происходят. И Кришна спорит с ними, и они, если какие-то споры с Кришной возникают, они всегда занимают сторону Радхарани. Они говорят: «Кто ты такой? Не касай, даже не прикасайся к моей сакхи». Лалита говорит: «Дай-ка я посмотрю, как сможешь ли ты прикоснуться к моей сакхи Радике, имеется в виду, что только через мой труп». То есть любовь их почти одинакова, к Радхе и Кришне. Но если какие-то споры возникают, они занимают сторону Радхарани. И также возраста разные. Кто-то уже подрос, кто-то подрастает, кто-то достиг юности. Кто-то очень маленький. Ну, они все юны, но, тем не менее, разница существует. Много различных категорий мы можем обнаружить, но кто поймет? Это не просто понять. Вчера я говорил, что пока различные стадии в постепенном процессе развития прямая, которая начинается со шрадхи, заканчивается прямой. То есть они описаны Бхактирасамрита Синдху, Шри Рупа Госвами, до премы. Но после премы существует также там много секретных вещей, которые можно найти в других книгах. Рупа Госвами в деталях описал до премы. И необходимо, совершенно необходимо дать объяснение, как према развивается, наверное, как она превращается в снеху, ман, праная, рагу, анурагу, бхаву и махабхаву. Это очень важные вещи по отношению к Верховному Господу.
прямо превращается в 12 стай бав. Когда я говорила о 12 стай бавах, я говорила о 5 главных и вторичных, 7 вторичных. Стай бава — постоянные чувства. Шанта, Дася, Сакья, Вацаля и Мадхурья. 7 вторичных мы также должны понять их, выучить их. Хася — настроение веселое, которое смеется все время. Каруна, Рудра, Вира. Ваянкара, Виватся, Адбута, все семь. И вместе с ними 5 главных, то есть 5 плюс 7 получается 12. Адбута. Санчари Бава может приходить и уходить, но сказано, что функция премы, действует с 12 главными эмоциями. Различные оттенки этого. Мадхура Бава — это высочайшее проявление премы в духовной обители. Рупа Госвамипад в деталях говорит об этом в Бхакти Расамрита Синду. Начиная с премы. То есть он рассказывает до премы. Говорит о Бхаве. Но в Уджвалани Ламане он доходит до Махабхавы. Это отдельное писание, потому что обычные люди не смогли бы понять этого. Таким образом, мы о Мадхури Рати очень коротко даем понимание. Сегодня не успеем это обсудить в деталях. Верховный Господь. Верховный наслаждающийся любовными настроениями, любовной наукой, которая выражается, воплощается в Мадхура Рати. В Мадхуре Стайбаве
Это Кришна единственный объект ее. Нет больше ничего, только лишь Кришна. Кришна единственный объект. И гопи принимают на себя эту роль. То есть это Вишая и Ашрая. Я думаю, что вы хорошо знаете эти слова. Кришна единственный герой. Он единственный объект любви. А все гопи, они Ашрая. Объекты, которые находят прибежище у Кришны. Когда стай бава соединяется с четырьмя составляющими вибавой и анубавой, сатвика и санчари, это зовется матхура према, матхура раса. Сама по себе стхай бава не может создать расу. Но смесь вибава, анубава, сатвика, санчари. Иногда санчари приходит, иногда уходит, она не постоянно. Когда это смешивается с четырьмя составляющими, чтобы создать полноценную расу, и как уже было сказано, все эти концепции, в них нет ничего материального, они не касаются материи. Но мы не можем, нам сложно объяснить это нашим с мирским настроением. Это может быть объяснено только чистыми преданными, которые в действительности заинтересованы в этом от всего сердца. Они хотят войти в Рагануга Баджан. Только такие личности могут почувствовать, прочувствовать это. Никто иной. Другие люди воспримут это просто как технические термины. Если крипа такая не сопутствует преданным, то для них просто эти слова как термины, технические термины, но искренние преданные, которые уже снискали милость Рагануга Бхакт, очень искренне, под руководством Харинама Прабху, под прибежищем, приняв прибежище Харинам Прабху и Бхакт. Только для них они, это только они могут прочувствовать то, о чем тут говорится. Посторонние люди нет, внешние люди нет. Эти бхавы непостижимые. Для обычных людей невозможно понять их, поэтому практически невозможно. Поэтому Рупа Госвами Пад объяснил в своем следующем описании, не в Бхакти Расамрита Синдху, потому что Бхакти Расамрита Синдху для всех, то есть и для начинающих в том числе, которые только встали на путь баджана. Если я буду обсуждать качество Рагануга Бхакт, я покажу вам, что Бхактина Такур говорит, Рупа Госвами Пад, Рагунадас Госвами Пад. Все это я покажу вам. В противном случае вы не сможете это прочувствовать. Таким образом, такая бхава невероятно редка. Возможно, лишь в случае с гопиками. Рупанга-баджан
Сейчас хочу коснуться, продолжить той шлокой, с которой я начал. Рупануги преданные, те, кто совершает баджан под руководством Радхарани, они могут слышать сладостный звук. Прекрасная музыка. Вамшидани. Звук игры на флейте Кришны. Это вечно существует, но обычные люди не могут этого почувствовать. Один-два момента я могу рассказать об этом. Когда Кришна танцевал. Несмотря на то, что у нас нет права обсуждать это, тем не менее, все вы как джекфрут, который хранят при определенных условиях, он хранится в других условиях. Нет, наверное. То есть, если вы хотите как-то сделать так, чтобы заставить джекфрут созреть. То есть, я думаю, что все вы не читаете эти книги без моего разрешения. То есть... Вамшидани вечно присутствует, вечно существует. И когда Кришна играет на своей флейте, только те, кто обладает огромным бхакти, они могут слышать это. Это могут слышать только высочайшего уровня преданные. Как Махапрабху испытывает влечение к Кришне, но он сам Кришна, но он показывает этим настроение Радхарани так, чтобы мы обрели полное понимание этого настроения Радхарани. Мы думаем, что мы можем запомнить какие-то штуки из Уджхалани Рамани. Или вот я постоянно забываю штуки. Из-за возраста, наверное, как я могу совершать Рагануга Бхакти. Таким образом, Вамшидани все время присутствует. Флейта Кришны постоянно присутствует, находится во Врадже, музыка флейты. И только гопи могут испытывать это глубокое влечение к флейте. Яшода Мата не может испытывать этот вкус к звуку флейты. Кришна созывает гопи на расалилу с помощью флейты. И естественным образом гопи чувствуют беспокойство. И они думают, в чем дело, почему наш ум так обеспокоился. Не могут понять. Как только они слышат звук флейты, игры Кришны, они не могут больше находиться дома, они становятся обезумевшими. И мчаться туда. Поэтому сказано, что нет такой гопи, не такой женщины, которая могла бы проигнорировать звук флейты Кришны. Рукмини Деви сама Лакшми, Махалакшми. Вы знаете, какое? Она испытывает влечение. Нужно учитывать этот случай. То есть этот пример. Кришна все привлекающий.
Нараян также все привлекаешь, но сейчас я говорю о Кришне. В отношении Нараяны можно привести пример, что когда цветы, чандан и туласи, предложенные Нараяне, лотосным стопам Нараяны, Чатуршин только лишь запах почувствовал. Он почувствовал волнение в сердце от одного лишь запаха. Поэтому Шримад Бхагаватам в третьей главе говорится, когда Чатуршин в случае с описывается, где история Чатуршина и Джайвиджая. Как только они услышали аромат с лотосных стоп Нараяны, они почувствовали волнение, они взбудоражились, и затем в сердце почувствовали некое волнение, и так таково их бхакти. Если такое влечение даже в случае с Нараяной присутствует, что говорить о Кришне? Ананда-ананда ли Кришне? Когда это даже о Чатуршине описано такое. Что говорить о Кришне и Гопи? В то время как Рукмини чувствует влечение. Она плачет и пишет письмо, срочное письмо. Говорит, что она собирается умереть. Она умирает. Срутья гунан бхувана сундара синнатам те Нирвишья карна виварай харто ангатапам Рупам дришам дришиматам акхилар тулавам Тайя чута вишати читрам апатрапамме. But we are thinking about this Gopika. Кастри ангате калападам ритабена гитам Санмахитачарджа-чаритатна-чале-трилокьям Трилокьясаубхагамидам-ча-нирикшарупам Яд-годри-жодрумамига-пулакан-вибрам Кастри-ангате-калападам-ритабена-гитам Санмахитачарджа-чаритат-чале-на-чале-трилокьям Троилакья саубхагамидам ча нирикшарупам Ядгодрюжо друмамигаха пулакан вибрам Банча калпатарвасике пасинду бевача Патитанан павана бхавишна вьо намо намо.